В рамках реконструкции дороги Бишкек-Ош самая активная фаза проводится на отрезке Бишкек-Карабалта, где работы были начаты еще в 2017 году. Завершить ремонт планировалось в прошлом году. Однако различные факторы затянули процесс. С одной стороны, причиной этому явилась пандемия, с другой – коммуникации, которые были проложены еще в советское время. В 1987 году начали копать какие-то коммуникации, тут начали делать, значит, прочее. Вот, советская власть кончилась, и все это осталось в том виде, в каком оставили. Больше никто тут ничего. Ну, на данный этап вот дорогу делают, вот, колодцы, вроде водопровод, вроде обещают канализацию. Дренажная система и другие коммуникации попросту устарели морально. В результате участок дороги, а также дворы жителей затопило водой. Было очень плохо. Очень плохо. Как дождь, мы тонем. Особенно вот наш угловой дом. Вода туда течет, сюда течет. А реки все позабили, люди. Вот наши реки чистые были. Но все равно там тоже не позакрывали. Все, вода вся прет сюда. Мы в низине остались. Раньше, когда вот я купила дом, тут все на одном уровне было. При строительстве дороги не было учтено, что под бетонными покрытиями имелись водопроводные трубы, а также протянутые кабельные провода интернет-провайдеров страны. На сегодня проблема устранена, и строительство дороги продолжается. Здесь, как вы знаете, на пересечении, значит, Алакулова и Денсиапина постоянно скапливалась вода. Сюда приезжали высшие руководители государства, ставили этот вопрос, чтобы был решен. Вы знаете, что здесь были раньше дренажные водоотводные трубы. Они со временем забились, местные органы власти, также население, значит, не следило за состоянием вот этих лотков. И, соответственно, вода забилась в эти трубы, и вода не уходила, собиралась здесь. Поэтому было решено также здесь построить водоотводную трубу со стороны компании China Railway номер 5 подрядчика. Значит, вот здесь была установлена труба, значит, объемом 1,1, а длиной 32 метра. В ближайшее время скапливаемая вода от Денсиапина Алакулова будет подходить вот, к этой дренажной, значит, яме, и оттуда вода через лотки будет уходить вниз в сторону Бычака. В рамках дополнительного соглашения по реконструкции автодороги Бишкек-Карабалта идет строительство отрезка протяженностью 7,4 километра. Начинается этот участок от пересечения улиц Алакулова и Денсиапина и до поста ГАИ в Соклукском районе. Протяженность дороги Бишкек-Карабалта составляет более 52 километров, из них чуть более 45 километров – это отрезок от Карабалты до Авторынка-Азамат и 7,5 километров – от Авторынка до Киркомстрома. Работы на участке 45,1 километра планируется завершить уже к ноябрю текущего года, ну а на участке 7,4 километра – в октябре следующего. Улан Касенов, Руслан Сабатаров, АЛАТО-24.